было давно, наверное, я вам не смогу какую-то конкретную такую прям подробность их рассказать, но просто я, да, писала свой вариант и вариант подруги, и сдавали по другим почеркам, там что-то менялось. А за вас, на ваше задание в школе, может, там родители делали? Да, родители делали. Родители делали много, писали за меня какие-то сочинения, разные рассказы, истории. К сожалению, зря они это делали. Я, может, больше научила. А профессиональной жизни выбегали как-то? Ну, каскадером и каскадером. Мужчина у меня был каскадер, который был в парике с белыми волосами, и вот он там ехал на каком-то мотоцикле. Я просто не представляю комплекцию мужчин. Да, да, он был крупнее меня на том. И не видно было в кадре. Это областная для тебя сложно. У вас целых три роли, у вас настроения личности не было? Да, я с ума сошел. А скажите, дублер настоящий был? У меня есть несколько двойников, я женами использую. А каково это было? Перестраиваться с одного персонажа на другой? Сильно меняется? Вы должны посмотреть. А кто ближе? Простачок? Простачок. Я простачок. Я сейчас в костюме Игоря Успенского, а потом, когда я выйду отсюда, я превращусь в простачка. У меня волосы станут кудрявы. Сами с собой? Сами с собой. А ты почему нужно этот фильм посмотреть? Людям особенно будет Новый год, праздники. Ну, там есть и юмор, там есть и переживания, и можно погрустить. Ну и самое главное, там есть смысл фильма, что... В общем, в конце я не буду рассказывать. Стас Михайлов не приревновал, что вы, может, лучше как-то его построили, не дай бог? Там нет Стаса Михайлова, там есть Михаил Стасов, а это абсолютно другая, другой образ. А любая? Ни в коем случае, не подумайте, это не пародия. Любимая песня Александра Ревы. И немного смотрите. Любимая песня? Хотя бы строчечку. Мне нравится «Куда уходит детство». Ну, исполните нам. Ну, строчку. От. «Куда уходит детство». Все. Ну, было дело. Секрет, да. Это тайна. Нельзя разглашать тайну. Хорошо, а скажите, на съемках у вас не случилось состояние личности, пока снимались? То же самое мне задавали сейчас. Так вы что, сговорились? Мы мыслим одинаково. Да. А вы нам еще скажите. Да, я очень расстраивался. А скажите, сколько еще можно персонажей поместить в одном? На съемках я очень расстраивался. Можно так написать. А сколько еще персонажей можете поместить в одном? Миллион. Миллион. Хорошо, подождите. Отказывался, потом два согласился. Потому что проект сам по себе добрый. Ну и мне кажется, чему-то учил. Когда вы сдавались очень резко, потому что разным образом, знаете, какой тяжелее всего? Ну, не то, что тяжело, тяжелее, а просто, скажем так, не тяжело, а интересно. Стас Михайлов, не знаю, что вы видите образ такой? Знаете, он совсем другой человек, но ни в коем случае не пародия. Не пародия, просто образ. Вымышленный образ антигероя. Ну, Стас вопросы не возникало по этому поводу, да? Стас не возникало по этому поводу? Ну, я думаю, что возникало, но понял, что происходит. Расскажите, пожалуйста, как работает с Мастином? Неплохо. Украина. Вперед. Ну, какие-то самые интересные моменты можете сказать, когда история может быть с Кристиной? С Кристиной. Похоже, просто как вы говорили. А почему ты просто с семьей ходить на эти фильмы? Чего? Почему с семьей нужно ходить? Да везде нужно с семьей ходить, не только на подобные, на все фильмы, на все это мои съемки, мы с ней очень похожи, мне кажется. Давно уже подумали.
Club, это не только в новогоднем фильме. Мне стало, к счастью, на все не хватать много работы, и я этим очень рада. А вы не хотите дублёжить? У нас была с Евгением Борисовичем Гуменьковичем была идея «Язычник» от меня в спектакле, где у меня недавно была премьера. У моей героини просто там происходят параллельные действия, она лежит в коме, и воспоминания ее жизни какой-то. Мы думали, чтобы я играла на заднем плане, а моя сестренка лежала. Я тебе это вообще не рассказывала, но мы думали об этом. Обрадовалась такой перспективе. А в кастинг вы не проходили, вас сразу же на эту роль позвали, да? Да, меня позвали. Нет, не проходил никакого опыта. Я познакомилась с режиссером, с продюсерами, и Саша уже непосредственно на заготовке к этому фильму. Мне вызвали сценарий, сказали, что главный герой Саша Ревва хотел уехать. Кристина, сложно быть помощницей Александра Реввы? Я была не помощницей Александра Реввы, я была помощницей. Моя героиня была помощницей Игоря Успенского. Помощница, в принципе, очень сложно. Я после этого фильма, после съемок в этом фильме, я очень поняла своих агентов. Это очень сложная профессия. Нужно быть мобильным, но телефон разрывается, записи. Нужно уметь сопоставить вообще все, все графики известного человека. Ну, в данном случае Игоря Успенского. Это очень сложно. Спасибо. А как вообще уже Новый год? Чувствуете приближение или что-то другое? Или пока еще нет? Я чувствую приближение. Я обожаю Новый год, это мой самый любимый праздник. Я его жду каждый год очень сильно. Но мне кажется, что он где-то еще вот через две недели, через три, через месяц. Не кажется, что он вот-вот-вот-вот. Где проведу, еще не знаю, обязательно с близкими людьми. Наверное, дома. Вот. Ну, то есть я еще не думала, как это все будет происходить. Наверное, 31-го все решится. А там уже приготовили? Понятно, что не раскрывать, не надо, но приготовили? Пока нет. Пока нет. Ну, мне кажется, сам факт того, что мы будем все вместе, это уже какой-то гораздо дороже взять. Ну, подарки обязательно, я люблю дарить подарки. Спасибо. Спасибо. Можете пожелать сказать, что это было? Просто пожелать, что с наступающим Новым годом берегите свое здоровье, берегите друг друга. Спасибо большое. Добрый вечер, дамы и господа. Рада видеть вас в этом зале. Прошу приветствовать съемочную группу фильма «Дублер». Продюсер Георгий Малков. Продюсер и режиссер Сарик Андреасян. Продюсер Гевонд Андреасян. Они представят режиссера фильма «Дублер» и всю остальную съемочную группу. Похлопайте, пожалуйста. Итак, не такой был план. Давайте вся группа сейчас поднимается тоже. Да-да-да, мы ждем всех, ребята. Пойдемте, ребят. Сразу, чтобы... По очереди, да. Чтобы не путать потом людей, никто не думал, что Сарик режиссер этого фильма, режиссер в принципе, но не этого фильма. Да, сразу объясним. Вот, соответственно... Да, а то скажут, что я что-то там... Вот, ну, в общем, и поэтому у нас фильм, в котором у нас есть два дебютанта в большом полном метре, это Женя и Саша. Собственно, я думаю, что это их сегодня день, и они отрулят все как бы в лучшем виде. Женя Абызов. Да, Евгений Абызов, ваши аплодисменты, режиссер фильма. И рассаживайтесь, скоро начнется фильм. Спасибо. Я жду второго дебютанта, это Александр Ревва. Фильм называется «Дублер». Надеюсь, он вас порадует. Добрый вечер, дорогие друзья. Эй! Заряжаемся. Я буду тебе помогать. Во-первых, я хочу, чтобы вы поаплодировали, дорогие друзья. Евгений Абызов – это новая звезда в режиссуре. Дай бог. Вот, молодой, симпатичный, похож на персонажа из мультфильма, но очень сильный, мощный и, поверьте, я думаю, перспективный. Жень. Давай ты объявляй фамилию, а я буду, может быть, вкратце говорить что-то. Художник-постановщик Давид Донашвили, Анна Андреева. Давайте, ребята, выходите. Выходите. Да. Друзья, это все герои. Вот сегодня у нас получилось сколько? 80 минут, да? Но на самом деле это не 80 минут, это сколько дней? 270... Не, я беру в целом работы. 60 съемочных дней и где-то 270... 60 дней, да, значит, представляешь, неэффективно, согласен.
А, это так. У меня получилось 60 дней, а у всех по 27 дней. Значит, Жень, еще раз, представь. Давайте я сначала представлю группу, а потом актеров. Значит, художник-постановщики, художники-постановщики, это Давид Адунашвили, его сейчас нет, и Аня Андреева. Аня? Друзья, аплодируйте, поверьте, это очень мощная награда для этих людей. Художник по костюмам – это Оксана Шевченко. Ее дебют, между прочим, дебют в этом... Я прошу вас сделать два шага вперед. Выберу фотографию. Потом в конце можете получить. Директор по кастингу Юлия Жаркова. Даня Махорт, исполнительный продюсер. Даня, кстати, тоже похож на одного из героев Ералаша, но очень мощный человек. Паша Брук, бригадир осветителей. Свет. Сегодня посмотрим, что за свет. Леша Ивченко, это пластический грим, это очень сложно, ребята. Очень большая работа, я хочу Алексея представить. А где второй Леша? Антон, и здесь еще один, вот Антон сидит, поаплодируйте, пожалуйста. Это... Еще третий есть человек, Алексей. Поверьте, работа сделана очень мощная, очень такая глобальная. Я просто всех, я восхищаюсь всеми этими людьми, и, ну, это профессионалы. Спасибо большое, что мне пришлось с вами поработать, и я благодарю Бога. Ребят, давайте так, я буду всех объявлю, да, и кого не объявлю, тот сам скажет, да, чтобы мы как бы быстрее ну, начали, хорошо? Нет, позже, через полтора часа начнем фильм смотреть. Через полтора, хорошо. Итак, режиссер монтажа. Нормальный темп? Побыстрее. Хорошо. Режиссер монтажа Кирилл Козлов. Музыкальный продюсер Арташес Андреасян. Композитор Дарин Сысоев. Оператор-постановщик Сергей Дышук. Исполнительный продюсер Макс Олейников. Директор картины Алексей Дубинин. Ребята, без которых ничего бы не было, это авторы сценария Сергей Махначев и Павел Карнаухов. Ой, ребята, выйдите, пожалуйста. Все с них началось. Посмотрите, это Сергей Бессмертный. Ты назвал его Махначев, но на самом деле в миру он бессмертный. Я назвал как Саша, я как он, видите, написано. Похудел и похож на Кощея, все правильно. Этот даже не поправлялся, не собирался. Павел Карнаухов. Поверьте, эти ребята еще, они очень талантливые, они сделают, дай бог, много картин веселых, добрых. Спасибо, спасибо, спасибо. Да, ребята, я продолжу. Художник по гриму Елена Гофман. Елена, да, это тоже огромная работа. Елена, браво! Так, кого я не назвал? Ребята, в конце кого... мы поем «We are the world, we are the children», как договаривались. Пожалуйста, еще. Второй режиссер Елена Муромцева. Самый веселый, громкий человек. Ребят, Костя Степкевич – это звук на площадке. Евгений Барулин – режиссер компьютерной графики. Вот он. Да, это тоже были сложности. Да, и замечательные актеры наши, с кем мне удалось поработать, благодаря нашим. Вообще, мне доверили этот фильм наши замечательные продюсеры. Это... Подожди, а кого еще забыли из тех групп? Жор, кого еще забыли? Мне кажется, кого-то забыли. Ребят, кого не объявляли? Поднимите руки, пожалуйста. Давайте звук объявим. Жень. Костя Ститкевич. Я хочу, чтобы всех объявили, потому что, во-первых, друзья этих людей, родители, они сегодня в зале. Это же премьера. Объяви, пожалуйста. Да, звук Костя Ститкевич. Ребят, дальше... Звук! Выходите! Заходите, все, обратно. Не так близко. Зачем? Что-то так, звук ребят, такой. Давайте дальше. Не, ребят, браво. Браво, я вас... Спасибо. Посмотрите, какие они креативные. Я никогда не видел такой звук. Ребят, и самые главные наши актеры. Ну, актеров представит Александр. А я забыл актеров. Дай мне, пожалуйста. Значит, актеры. Ну давайте поаплодируем. Кристина Асмус. Секс-символ. Или я не прав?
По крайней мере, она мне так сказала. Назови меня секс-символом. Что-что? От мамы ей подарок. Давайте поаплодируем. Цветы. Первые цветы. Молодец. Я понял, договорилась еще вчера. Молодец. Так, пожалуйста, еще актеры. Где? Я не вижу. А, вот они. Дмитрий Хрусталев. Где он? Он здесь? Это он делал? У-у-у. Ксения Буравская. Можно аплодировать, но я так понял, и Хрусталева тоже нет, да? А вообще был он? Татьяна Орлова. Ваши аплодисменты. Браво. Танечка, браво. Варвара Малкова. Варвара. Сыграла мою дочку Алису. Варварочка, доченька моя. Садись. Пять. Что-что? А, Варвар. Подойди, игрушки пошли. У меня закончились актеры. А, Илья. Илья. Давайте поаплодируем Илье. Илья, у тебя есть фамилия? Костюков. Ну, конечно же. Илья Костюков, ты из Ералаша к нам пришел? Скажи что-нибудь. Формулу обернули, как звучит? 16 тысяч на 7, сколько будет? Мне кажется, ты знаешь. Вот я смотрю на тебя, и мне кажется, ты знаешь все ответы. Давайте поаплодируем Илье Костюхову. Поаплодируй сам себя. Что-нибудь. Добрый вечер. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы в Новом году у вас было больше счастья. А деньги, деньги? Ну, деньги я не знаю, как кто заработает. Илья Костюхов! Вы же понимаете, он знает всех. Нет. Владимир Степанов, давайте поаплодируем. Стуканов. Как? Стуканов. Стуканов, боже мой. Владимир Стуканов, это же учитель, преподаватель по актерскому мастерству. Владимир Стуканов. Саш, по-моему, это ты меня учил, а не я тебя. Володь, ну мы друг друга учили, помнишь? Ты потом за второй бутылкой побежал. Еще одна ремарка. У нас был актер, он, к сожалению, сегодня не пришел. Это маленькая мохнатая собачка. Я думал, ты скажешь чудовище. Маленькое мохнатое чудовище, да. И представитель есть Виктор Зуйков. Это Мосфильм «Кинология». Собственно говоря, человек занимался собаками. А, вот, да. Здравствуйте. А мы расскажем секрет, что там не одна собака, а 8 собак снималось. 8 раз? Да, но вы подумайте, что одна, 8, да. А всего 8, представляете? Они все убегали, там нервничали и так далее, райдер. Друзья, ну а от себя лично скажу, что я немножко волнуюсь в плане того, что я впервые стою на сцене как актер кино. И я очень рад, что очень много друзей. Мама моя приехала, мы давно не виделись, она из Сочи прилетела. Мамочка, спасибо тебе, что ты подарила этой планете меня. Вот. И я хочу благодарить друзей, которые вот приехали из разных городов, из разных стран, и из пробок сюда прилетели. Я думаю, что мы постараемся порадовать, и эти 80 минут не пройдут даром. Вот. Я думаю, туда добирались вы гораздо больше. Хочу поблагодарить всех, кто помогал. И я думаю, что это будет не последняя картина, дай бог. Хочу посвятить эту картину своей жене Анжелике и своей дочке Алисе. Сейчас их нет сегодня здесь, они вне Москвы. Я думаю, каждый из вас, друзья, посвятил кому-то этот фильм. Вот. И я хочу, чтобы у вас было много свободного оплачиваемого времени в следующем году. И хочу, чтобы вы
дорогие мужчины проводили со своими детьми, дочками, сыновьями больше времени, а у кого нет детей, чтобы вы проводили больше времени со своими женами, чтобы впоследствии проводить со своими детьми время. Поэтому основная фабула, собственно, в моих словах, основная фабула этого фильма. Давайте смотреть фильм. Да, давайте, да. Приятного просмотра. Я надеюсь, что то летнее настроение, хорошие эмоции, которые мы пытались заложить в этот фильм, вы уйдете с ними и не разочаруетесь. Я еще хочу сказать одну фразу, что все образы вымышлены, все совпадения случайны. Это так. Спасибо.